Сегодня муж у меня готовит мясной говяжий антрекот. Приготовление у нас кусок говядины 270 грамм, соль крупного помола, черный перец и оливковое масло. Небольшое количество оливкового масла. Смазываем наш кусок мяса с двух сторон. Далее посыпаем солью. И свежемолотый перец, черный перец, также с двух сторон. И сейчас выкладываем кусок мяса прямо на решетку. Закрываем крышки и оставляем готовиться в зависимости от степени готовки. Прошло 2 минуты, и мы сейчас переворачиваем кусок мяса на другую сторону, поскольку муж у меня любит мясо с кровью, мел, степень готовки мяса. Кто любит подольше, нужно оставить немножко подольше. Наше мясо готово. Все как раз 2 минуты со второй стороны. Все, готово.